Уважаемые депутаты и приглашенные присутствующие. Пользуясь присутствием прессы, я хочу обратить ваше внимание на то, что у нас в нашем городе в последнее время сложилась ситуация, близкая, ну, можно сказать, что беспределу и террору. Недавно ко мне обратились жители одного из подъездов по Херсмана 21. Наверное, там уже все знают, что происходит. В течение более чем 2 месяцев там регулярно проходят поджоги. Так вот, в подъезде живет 11 детей, 15 квартир, дом газифицирован. И поджоги случаются по несколько раз за ночь. Так вот, вот эти вот до сих пор никто не может ни поймать, ни приструнить, ну скажем уже так, банду малолетних поджигателей. Полиция скопилась уже очень много заявлений от жителей. Ситуация становится напряженной, потому что у некоторых детей пошли уже астматические приступы, у некоторых нервные срывы. Так вот, неужели у нас до сих пор получается так, что если раньше моя милиция меня бережет, а сейчас что? Нет тела, нет дела, как говорится. Или спасение утопающих дело в самих утопающих. Я хочу обратиться к жителям, уважаемым родителям, чьи дети без надзора гуляют по ночам и, возможно, творят вот эти вот беспределы. Обращаюсь к полиции. С помощью участковых. Проведите беседу, потому что невыспавшиеся, озлобленные жители подъезда единственно молят Бога о том, чтобы к ним в руки не попался никто из этих правонарушителей, и они ничего не успели с ними сделать. Ну и плюс ко всему, вот эти вот 15 квартир, которые постоянно живут под этим прессингом. Обращаю вот ваше внимание, впереди праздник, впереди Новый год и каникулы. Пусть полиция расценит это мое выступление как официальное обращение и возьмет дело под свой контроль.